недоход и топит народ, а где-то пылает лес. Но будьте уверены, помощь придет, спасателей МЧС. И представим, что Сергей Кожугетович Шойгу стал президентом Российской Федерации. Итак, 2012 год, город Новосибирск, самый обычный дворец МЧС. Мы самые обычные пожарные города Новосибирска. Официант, еще Хеннесси. Есть прикурить? В этом году я потушил 4 крупнейших пожара. 5. Красавчик! Что вы тут устроили на рабочем месте? А кто это? Вылететь захотели? Куда летим? Когда самолет? Слышь, шутники, хорош морально разлагаться. Марш в спортзал! А вы не подскажете, где здесь пожарная часть? Мы вроде как по адресу, а здесь дворец какой-то. Ну, вот этот вот самый дворец и есть наша часть. А что вы хотели? Я по поводу трудоустройства. Это очень хорошо, я вам сейчас все расскажу. В нашем дворце уже давным-давно используются все последние достижения науки и нанотехнологий. Всех секретов, конечно, раскрыть не смогу. Ну, это понятно. Ну, а как у вас, например, с безопасностью? С безопасностью даже слишком хорошо. Да что я вам буду рассказывать? Пойдемте на проходную, там сами все и увидите. Предъявите документ. Анализ отпечатка пальцев. Анализ крови. Сканирование сетчатки глаза. Анализ ДНК. Проверка длины ногтей. Анализ слюны. Сила вашего плевка составляет 12 джоулей. Пароль. Какой еще пароль, гребаный ты кусок железа? Пароль, привет. Проходите. О, мужики, обед, дай на желудок пароль. О, конечно, пойдем. Предъявите документ. Да что же... Выступаем вам, друзья. Команда у нас здесь, дорогие друзья.